26 апреля 2019 года я возвращалась с Центра профессиональной подготовки домой по улице Чернышевского, когда увидела, что на встречу выехал автомобиль ВАЗ-2112 и на улице Валовая резко свернул, чуть не сбив пешехода. Он продолжил движение по улице Валовая, я проследовала за ним. Доехав до перекрестка Октябрьская-Соколовая, я сравнялась с данным автомобилем, показала жестом остановиться данного водителя, на что он ускорился и продолжил движение по улице Соколовая. Он ехал не по прямой, его из стороны в сторону кидало. Первый раз дедушка с внуком переходили дорогу, он не сбил чуть внука, дедушка успел за руку его одернуть. И второй раз толпа подростков. Только тогда, когда я посигналила, подростки обернулись, успели отбежать в сторону. Преследование закончилось только на улице Посадского, где мне удалось заблокировать данный автомобиль, прекратив ему путь, после чего я вышла из своего автомобиля, направилась к автомобилю правонарушителя, представилась, попросила передать мне ключи и документы, на что правонарушитель сначала никак не отреагировал, отказывался. Но спустя пару минут он согласился, передал ключи и документы, я позвонила в службу 102.